С шашками получился полный аншлаг. Детей было столько, что поначалу организаторы с трудом успевали рассаживать девочек и мальчиков за столы. «Золотая осень» – так называется традиционный в начале учебного года турнир по шашкам для 10-летних детей. Они съехались в универсально-спортивный комплекс Подмосковья из всех поселений района. У нас сейчас вот первые массовые соревнования, так называемая «Золотая осень». То есть мы приглашаем всех желающих из школ попробовать свои силы в шашках. Ну, видите, как народу пришло очень много, и мы все не помещаемся. Шашки в Щелковском районе – особая гордость, потому что уже не первый год наши юные мастера где только не выступали. И на чемпионатах мира, и Европы, и России, и выигрывали. Есть мальчишки и девчонки, которые добились таких успехов, что дух захватывает. Есть чемпионы мира, Европы, России. Команда юных шашистов Щелковского района – одна из сильнейших в стране. Вот почему такой аншлаг теперь случается на своего рода отборочных районных соревнованиях под лирическим названием «Золотая осень». Вот почему шашки так популярны уже и у родителей. У детей развивается аналитический ум. Дети прекрасно учатся, кто хорошо играет в шашки. Они математики, причем они успевают все. Они успевают и учиться хорошо, и везде на турниры попадать. Если шашки так знамениты в районе, если дают юным дарованиям потрясающий жизненный взлет, это не может теперь пройти мимо внимания преподавателей школ. Они тоже приводят на турнир своих воспитанников. Все стараются, но есть у нас уже и проигравшие, расстроились, но будем работать. Дети испытывают гораздо меньший трепет перед такими понятиями, как победа, турнир, чемпионат. Они просто радуются возможности по-хорошему, можно даже сказать, по-умному развлечься. И они, конечно же, уже проявляют мудрость. Главное – участие, а не победа. Если даже проиграешь, то у тебя полно эмоций, много счастья, что ты вообще играл, что тебя пригласили. Турнир закончился награждением победителей. Наибольшее количество заслуживших кубки, их давали за первые места, это ребятишки из микрорайона Чкаловский. Именно секция шашек в школе номер 12, знаменитая кузница чемпионов. Андрей Цеханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».